Стэнлэс, ну мы пизду нашу, ну так раз 10 часов. Я говорю, ну ладно, хоть гранаты не пизду, мать. Да он заебал, он, короче, к нему прибегает, ворует гранаты, блядь, и кидает их. Бегает, тупо пилит, думает, что он распилит, его на расстоянии отстреливают, он ничего не может сделать. А чё с этим, с боссом стало? Почему он мэджик? Ну у него он сейчас вообще в сеть не выходит, у него там, короче, проблема с консолью. Там должен был пойти ее поменять, он говорит, у меня это, IP-адрес не меняется. Ну, не находит IP-шник вообще. Заходит к нам. Ужай, блядь. Ааа! Демоны, я крас! А чё, снайпу взяли? Я да, не я взял. Не... А, я взял. Я как мудак, так стою. Да бля, неудобно. Давай, давай. Смотри, как меня прятали. О, без оружия! Он меня хочет убить, он без оружия. Ой. А, это что, ход? А это, там отсоединился чудак, он не выдержал. Да я его там пикнул по-тупому, блядь, то есть попался. Помогай! Бать! Я патроны закончил. Пошел нахуй. Там еще один был. Валя, уйди сейчас. Вот, видишь? Короче, первого я пикнул дурачка, просто дурак, как дурак, он там встал, да, еще доводится, а потом командир второго, блядь. Там вон Маркус, все ясно. Да я не успел, я, ну побей меня. Это я вот так убью. Это тоже отменится. Ой, не план. Ну вот, блядь.
понабивали. Revive me! Пикай. Пикай, пикай, бля, не пикай, бля, ну заебали вы, определитесь.